Галерея современного искусства начала принимать криптовалюты. Как сообщает сайт BTC Manager, галерея Dadiani Fine Art стала первой в Великобритании, которая принимает к оплате сразу 6 цифровых валют, в том числе Ethereum, Ethereum Classic, Ripple, Litecoin и Dash. Воспользоваться криптовалютой возможно уже на предстоящей выставке Майкла О'Коннора «The Noise». В планах галереи Dadiani Fine Art добавление других альткоинов, а также выпуск собственной криптовалюты Dadicoin.